Последние годы сельское хозяйство Ивановска и соседних областей лихорадило от африканской чумы свиней. Это особо опасная вирусная болезнь, которая поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов, в нашем регионе была впервые зафиксирована в 2012 году в Ивановском районе. В 2017 было 7 случаев заболевания, в 2018 году впервые за долгое время наметилось значительное улучшение показателей. Благодаря принимаемым мерам с начала года не было выявлено ни одного случая заражения. Однако на этом работу по предупреждению распространения опасного заболевания в Россельхознадзоре не прекратят. В области проводится эпизодический мониторинг. Это отслеживается распространение и появление вируса африканской чумы, проводится отбор проб биологического материала от свиней и кабанов. Работа продолжается в том же самом объеме, даже в более увеличенном объеме, потому что во всех окружающих областях, кроме Костромской области, выявлена африканская чума.